Наша маленькая принцесса. Очень тихо. Спит. Как настоящая принцесса. Все будем закрывайте, закрывайте. Все будем там спать. У нас знакомый Саша пригласил на вечеринку. И вот атмосфера такая. Мы приехали сюда с детьми. Вон моя жена покупает что-то. Настюша только что спала, она проснулась. Мальчики уже покушали. Здесь вот чай попили. Это мой сын Коля играется здесь. Андрюша. Вот там Настюша спала. Пойду к жене. Андрюш, ну как тебе эта лепешка вегетарианская? Нравится. Нравится? Да. Молодец. На что похоже по вкусу? На настоящий блинчик. На настоящий блинчик. Горячо. А ты по маленькими глоточками. А он сладкий был, сынок? Сладкий чай? Да. Хорошо. Это молоко для... чего, не знаю, какой-то насыщенный кальций. Такие влажные салфетки я взял за 20 тысяч рублей. Дождем практически проливным встретил нас сегодняшний день с утра, и мне кажется, что дождь лил еще и ночью, потому что все крепко спали. Знаете, когда дождь идет, хорошо спится. Когда перехожу дорогу, смотрю, как в России, в одну сторону, потом в другую сторону, а здесь нужно смотреть вообще в противоположную сторону, то есть путаешься конкретно. Маленький завтрак, блины русские, мы их кусаем. Великолепно. Смазанный новозеландским маслом сливочным. Пожаренный на пальмовом масле. И вместе с ананасом. Блин с ананасом. Очень классное сочетание. И запиваем все это балийским кофе. Очень необычный вкус. Ну супер. Вкусно? Всем вкусно. Покажу вам свой мотоцикл. Honda такая. Ездил на нем уже сегодня на рынок, симку пополнял счет. Ну пока здесь есть. Нам Саша приехал сейчас, привез вкусную папайю. Да, папайя, Бангкок папайя, как это особенно говорит. На вкус похоже между дыней и тыквой. Вареной тыквой, кстати, такой сладкой. Очень сочная.
Коль, тебе нравится? Угу. Мне тоже. Как это называется? Овощные оладьи? Овощные оладьюшки. Сейчас попробуем, что там внутри. Как пицца.